Доброе утро, друзья. Доброе утро. Сейчас произойдет торжественный момент. Та-дам! Мы наконец-то снова идем в зал. Снова сделаем порядок. Хэштег Настя качай жопу с работы. Ура! Погнали. Сейчас взвешиваемся. Так. Попробуем сразу же результаты замерить. Давай. Взять телефон, много вешает. Без. 51. Это еще кроссовки. Да, и чистые мышцы сейчас. И еще одежда, знаешь, сколько весит. Ну, вот сейчас самое интересное, давай. Сколько я вешу. Слушай, ты реально похудел. Сколько ты был? 80? Я почти 90 вешу. Ну, как без телефона тебе надо? Наш какой? 77,7. Я 77, грубо говоря, вешу. Есть полгода, мы их оплатили, вариантов нет, через полгода ваши Насти будут просто топ-атлеты. Питание мы уже сделали, можно сказать, сейчас тренировки полноценные и все. И режим нам позволяет делать YouTube с Ксирова. Че, пришли домой? Да. Кайф, не знаю, вообще прям у меня вообще писер на это все стоит, прям мне кажется. Ну, в хорошем плане, я вышел из зала, зашел в раздевалку. Он еще у нас зал такой пустенький, это очень хорошо нам, да, нравится. Да, такое чисто для своих. Чисто для своих, да, и это. И зашел я в душ. Стою. Кайфую. Кайфую. Сисечки такие чуть-чуть сбухли. И думаю, какая я секси лейб. А я с тетенькой мылась. Короче, встретились с моим другом. Вы его не знаете еще, он новенький. Планируются съемки, как мы думали и мечтали уже сотни раз, на Паша Настя. Это будут очень интересные видеофильмы на улице, пранки, и в общем, готовьтесь, это будет что-то, я думаю, особенное. Вся информация на Паша Настя Лайв. Все, кто с нами сейчас здесь, вас не так много, вы знаете, вы для нас ценнее, чем все те, кто придут, когда мы продолжим снимать прямо что-то серьезное, там, ну, такое набирающее просмотры на основном канале. Вы знаете, что мы умеем это делать с Настей. А вот сейчас мы будем делать это еще более интересно. И наплыв народа, я думаю, на этот канал будет достаточно серьезный. Поэтому те, кто прямо сейчас смотрит это видео, знаете, вы для нас больше, чем все, что дальше будет происходить. И все эти просмотры, сотни, миллионы, тысяч, это все фигня по сравнению с тем, что мы делаем с вами, друзья, и в последнее время на самом деле приятно это все делать, снимать. Мы чувствуем вашу поддержку и любим вас. Я как будто с Настей сейчас сижу, это говорю. Да, да. Ты сделай за Настю. Да, мы вас любим. Лавки, лавки. Да, красава Настя. Френды. Давай поцелуемся. Пока Пашки нету, решила заняться своим паспортом загран. Так как я меняла фамилию, я не делала загранпаспорт еще. И вы знаете, все через задницу. Потому что вот я хочу сделать на сайте госуслуги, вроде бы все как бы просто, хорошо, но нужно столько подтверждений. Вот, допустим, подтвердить личность одним из способов. Я нажимаю «Лично» и «Центр обслуживания», какие здесь ближайшие. У них пишут неверный адрес страницы. Окей, неверный адрес страницы. Я сообщаю об ошибке, что у них неверный адрес страницы. И они пишут, мы закрыли на время прием новых обращений. Как бы что? Тепло не выпадет? Так мы этого и добиваемся, чтобы оно выпало. А откуда? На новом месяце ты раньше упали. Блядь, ну ты что, не снимал их недавно? Еще нет, блядь, дедуля ездит. Иди. Смотрите, какие хорошенькие. Ути. Ути, мой. Не дают вам полазить.
Такие два хорошеньких. Ути. Сладенькие такие, да? Все, пацаны. Слышишь? К успеху шли, видели? Возьми, я не могу. Возьми один, я с коленом не могу бежать. Слышите? Чисто. Нормально, пацаны. Нет, и так сойдет. Только не надо меня, я не хочу быть грязным. Блин, какие здоровые. Здоровый. Это как-то полегче, да? Ты девочка? Да. Настя пришла, бегала только что, да? Да. Такое я уже... Я давно так долго не бегала, кстати. Не на улице, а в зале в нашем новом. Вот. Я сегодня... на дорожке лучше бегать. Я сегодня не ходил в зал, потому что у меня все болит после вчерашнего. Ну, надо сейчас немножко отдохнуть с новыми силами. Да. А Настя будет бегать, да, каждый день? Ну, если я буду делать какие-то силовые, то я буду немножечко бегать. А если нет, то нормально, кардио. Да. Ты на Хоканго? А? Какой горячий суп, ребята, это жесть. Паша говорит, ты Настя будешь? Сам не попробовал. Хорошо, что сидишь. Все, Вань. Да. Все, едем отдыхать. Короче, смотрим наши замеры. Мы только что замерялись. Новые замеры делали, получается, по нашему внешнему виду. В общем, в целом все хорошо. Сейчас нужно продолжать в том же духе. Второй месяц мы добавляем сейчас тренажерный зал. Мы вам пока ничего не будем показывать. И это должно быть супер. Ну, у Паши вообще нормальные изменения. Блин, вы потом поржете на нас фотографии, которые были до, потому что он такое лицо делал, как будто дядя Вася просто. Короче, вот эти все изменения, на самом деле, ребята, это очень круто, это... Прям приятно смотреть на себя, то, что ты улучшаешься. Иногда бывает такое, то, что ты хоп, потом что-то заморачиваешься в каких-то других делах, забываешь о своем внешнем виде, и бывает так на полгода забываешь, и в итоге уходишь в превращение в корову. В общем, это не надо делать. Всегда помните о своем внешнем виде, и спорт он вообще развивает классно. Уже через месяц мы вам покажем, что мы видим, вот, о чем мы только что говорили. Блин, как-то все равно у меня нет прям такого жесткого проявления, значит, мне нужно питание прям по-другому вообще маленечко построить, прям посильнее, то есть я все равно слабинку даю. Ну, ты ее вообще часто давала, я тебе могу сказать. Ну да. Причем для меня эта слабинка, она особо не ощущается, а для тебя слабинка любая, это совсем другое. Так что, девочки, для вас самое главное это питание. Сегодня мы весь день проспали. У нас все болит. У нас все болит после вчерашней тренировки первой. У нас есть вопрос. Вчерашний день не был насыщенным, сегодняшний тоже. Два дня в целом будет неплохо. Мы изначально думали вести everyday vlog, вот, и пытались сделать это, но иногда будут влоги такие, как сегодня и вчера, когда, ну, реально скучновато. Но я не знаю, или скажите вы, какое решение? Либо продолжить everyday постараться и... Ну, мы как бы пытаемся реально насыщать дни, но иногда бывают дни, когда нужно разгрузиться, когда нужно что-то сделать другое, допустим, ту же самую уборку в квартире. Я не знаю, что вам в этом интересного будет в просмотре уборки квартиры или еще что-то в этом роде. Вот. Напишите свое мнение, скажите, как действовать. Так, сегодня мы советуем два фильма. Первый — это «Серьезный». И довольно-таки интересный. Называется он «По соображениям совести». Помоги, ты должен мне доверять. Обещай, что вернешься ко мне. Молю тебя, Господи, дай мне спасти еще одного. Дай спасти еще одного. И второй — просто поржать. Я думаю, вы его и так все смотрели, но я все равно порекомендую, мало ли нет. Борат. Но это, опять же, в свое время он мне, конечно, понравился, когда мне я был молод. Я не смотрела его. Ты не смотрела Бората? Нет. Як ти маш? Моя звай Борат. Я вас люблю. Я люблю секс.
Нравится. Все, на сегодня все. Спасибо вам, что были с нами. Это Паша, это Настя. Или наоборот. И сегодня было хорошо. Завтра будет лучше. Пока.